Всем привет, друзья! Вы вновь смотрите канал Makita PT. И сегодня у нас в обзоре циркулярка со 185-м диском Makita HS7600. В комплект поставки входит диск 185-й, документация, патрубок системы пылеудаления, пила HS7600, параллельный упор металлический и ключ шестигранный для установки диска. Дисковая пила Makita HS7600 предназначена для пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах. В агрегате установлен классический щеточный привод, раскручивающий диск до 5200 оборотов в минуту. Его мощность 1200 Вт. Дополнительная электроника, такая как плавный пуск, регулировка скорости, подсветка и тому подобное, отсутствует. Пила Makita HS7600 рассчитана на распиловку древесины толщиной до 64 мм под прямым углом и до 42 мм со скосом в 45 градусов. Диск снимается и устанавливается при нажатии на фиксатор вала, вот он у нас, и идущего в комплекте ключа шестигранного, для которого удобное место в корпусе предусмотрено. То есть сперва мы с вами откручиваем правильно против часовой прижимной винт, снимаем внешний фланец. Внутренний у нас имеет посадку 30, именно она нам сейчас и нужна. С другой стороны посадка 20. Как раз 30 посадка у данного диска. Его диаметр 185 мм. Толщина 2 мм. Артикул для заказа вы видите на экране. Ключ после данной процедуры, чтобы не потерять, желательно всегда хранить на месте. Для чистоты резки на кожух устанавливаем сопло, через которое подключается шланг для пылесоса. Винт в комплекте имеется, понадобится крестовая отвертка. Пила собрана и полностью готова к работе. Включать ее можно в обычную розетку без заземляющего контакта. Все потому, что инструмент, ровно как и его шнур, имеет двойную защитную изоляцию. Шнур имеет устойчивую оболочку к перетиранию. Длина шнура составляет 2,5 метра. Включение производится курком на основной рукоятке. И есть кнопка блокировки для исключения случайного включения. Теперь посмотрим с этой стороны на 5200 оборотов в минуту. Регулировка глубины распила осуществляется перемещением основания при ослаблении вот этого рычага. Критерий правильной установки – вывод за пределы заготовки не более одного зубца. Угол скоса у пилы до 45 градусов, всего один винт здесь за это отвечает. На подошве имеются метки для отслеживания линии ведения при 0 градусов и при наклоне 45 градусов. Винты на подошве позволяют проводить точную юстировку. Предусмотрена установка и направляющей линейки. Сперва раскручиваем вот этот вертикальный барашек, устанавливаем линейку в отверстие и фиксируем барашковым винтом. Теперь производительность при серийной работе с одинаковыми заготовками повышена. Габаритные размеры 309 на 232 на 255 мм. Данная пила произведена в Китае. Сматываем шнур, включаем весы и смотрим на экран. Итак, вес пилы с диском 3900. Добавляем провод. Получается, ну, почти 4200. Техобслуживание инструмента сводится к очистке защитного кожуха от загрязнений и замене угольных щеток. 303-й угольные щетки у нас здесь. Колпачки такие с обеих сторон имеются. У пилы
эргономичные прорезиненные рукоятки с надежным хватом. Вот вторая дополнительная. Эти резиновые вставки рельефны. Массивный алюминиевый корпус снижает вибрацию и обеспечивает точность реза. Пила хорошо выполняет строительно-отделочные работы, пригодится на даче, в частном доме, при работе с брусом для изготовления мебели в домашних условиях или распиле ЛДСП. Также пользователя порадует приятный звук работы двигателя и отсутствие люфтов. Приобрести пилу вы можете на сайте makita-pt.ru, пройдя по ссылке в описании под этим видео. Перед этим не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео.